наградил телеведущего орденом за формирование позитивного образа. Альянс. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. И не знаю, радоваться или плакать, теперь я на официальных основаниях медиаподдержка. У меня теперь есть задачи, оказывается. Просто у нас в Альянсе, если ты много спишь, ты много пропускаешь. Позавчера я проснулся, у нас изменился КЛ. Сегодня я просыпаюсь, я всегда читаю новости Альянса, потому что очень важно читать новости Альянса, если ты хочешь быть частью Альянс. Я понимаю, что у меня теперь есть какие-то задачи. Это очень интересно. Новый КЛ знает о моем контенте или над ним кто-то решил подшутить. То, что у меня специфический трэшовый контент. Делаю подпивку именно. Там у меня есть такие видео противокационные. Мне очень интересно, что за задачи меня ждут. Или это просто, ну, как для рекламы канала, то огромное спасибо. Задачи. Посвящение игровой деятельности Альянса Джасти клана OG в печатном или видеоформате. У нас был до этого КЛ, хороший КЛ. Я не знаю, что там за терки произошли, но я как понял, что-то не прокинули сейв, кого-то слили, кто-то обиделся. Вышел с Альянса, начал лить в ответ, олил весь клан. В итоге меня тоже тот человек слил. Мне еще с прошлой войны, полтора недельной. Тут остались смерти, у меня вообще было на 2,5 алмазов. Но так как я не в топе, то я даже ничего не говорю за эти алмазы. Так потихоньку выкупаю, когда что-то продается. А продается очень тяжело. Кстати, ребят, я там в прошлых видео говорил, что нужно выкачать хотя бы еще кроме основы 3 твина, которые будут фармить. Если вы играете в игру, то не тяните. Если есть слоты на вашем сервере, делайте 3 твина. Вы, ну, хотя бы 3 твина, то что с учетом, что давно уже появилась алхимия, и уже 2 месяца с половинкой, то без твинов никуда. Это ваш буст перса в будущем. У меня есть один твин, он 60 уровня. Хотя бы вот, чтоб твины начали тянуть, вот начиная с Хирана и пошли дальше. Мой твин 60 левела тянет драгонвалы, что очень хорошо. А те 2 твина, которые я начал качать, они уже 50 уровня, но они даже Хиран не тянут. Очень сложно. Тема такая. Дальнейшее будущее моего канала, то есть моего контента по Lineage 2 Mobile. Я как бы чувствую, что, ну, что как позиционировать себя как ебаку какого-то я не могу. Ну, не могу. Даже как средний игрок. Если ребята, которые смотрят мой контент именно по ивентам, ивенты будут выходить по-любому. Почему я до сих пор хочу держаться за клан, за Альянс? Потому что они мне дают мой контент по ивентам, и это мне нравится. Предоставляют контент по всяким подземельям. Благодарочка Альянсу Джастик. Ладно, вот эти изменения в клане, которые происходят, я... Очень мне сложно, как бы я не знаю, что происходит. Вот это казусы происходят, ну без этого никак. Это Lineage 2 Mobile. Игра престолов, фильм, который был уже давно. Курит нервно в сторонке. Lineage 2 Mobile. Интрига, расследование, постоянные разборки. Ну, я не знаю, кто над новым Кайлом пошутил так сильно, что вот это сказал, напиши, там, Розе, классный медиа-контент. За рекламу еще раз спасибо. Реклама лишней не бывает, потому что реклама это самое основное, что есть у канала. Должно быть на первом месте. Но так как я бедный студент, безденежный, то я не могу себе этого позволить, а Альянс Джустик мне, то есть клан OG, являются спонсорами моих показов. Ладно, если серьезно, то у меня нет слов. Или просто от меня хотят избавиться, там какой-то, я уверен, какой-то из совета Альянса увидит мои видосы, а там есть очень хорошие видосы. Это ошибка довольно многих журналистов, которые начинают не очень точно понимать свое предназначение, исходя из этого позже возникают проблемы. Как-то и рад, и нет. Пишите, что думаете об этом. С вами был Розе, всем до новых встреч.